Добрый день, дорогие друзья, с вами Светлана. Вот сегодня уже 26 апреля. Вот эти помидорки я высадила 11 апреля. 2 недели они у меня уже тут сидят. Кустики хорошо себя чувствуют. Но 3 дня вот уже я спанбон сняла. Уже 2 ночи ночевали с открытыми форточками. Я проживаю город Киров, Волго-Вятский регион. Значит, вынесла в этом году помидоры в теплицу. Я выставила 6 апреля. Вот 11 начала высаживать. Но весна в этом году ранняя позволила это сделать. Так, сейчас хочу сказать, какие сорта посадила в этой теплице. Если кому интересно. Минусинский с носиком. Бестас. Так, немецкая оранжевая клубника. Вот такой вот кустик. Лампа Алладина. Я вот нижние листочки уже обрезала, которые земли касались. Так, вот этот маленький. Любящее сердце. Это улучшенное бычье сердце. Так, вот этот вверху зеленеет у нас. Яша Югославский. Вот такой вот кустик. Так, это у нас что? Гиганты Иерусалима. Так, это японское бычье сердце. Так, это юсуповский. Уже надо его подвязывать. Он уже просится. Так, это у нас белорусское сердце. Тоже уже подвязывать надо. Так, это юсуповский. Так, здесь что у нас? Бычье сердце розовое. Так, сейчас ведро с водой переставлю. Еще сегодня надо высаживать помидоры. Так, вот это у нас. Так. Воловье сердце, минусинское, розовое. Вова Путин. Вот эти хорошо сорта пережили. Красное масляное сердце. Я их выставляла когда в стаканчиках. Ночью до -9 заморозки были, но они были под спанбондом. И конвектор ставила в теплицу. Клубничный леопард. Так, ананасный туман. Копия. Так, это Риччо де Парма. Это позднеспелый сорт, я его рано садила. А тут в ноги ему посадила клушу. Потом выдернула все, потому что куст вроде бы мощный по описанию Риччо де Парма. Здесь уголочки Джену посадила, тоже низкорослый сорт. Сейчас на ту сторону пройду, там другие сорта покажу.